Как приобщить детей к изучению Евангелия? В детской православной студии «Воскресение» села Незнамово решили сделать это через театральные постановки. О необычном опыте юных актеров – репортаж наших коллег из Белгородской области. Сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Этот спектакль и его премьера о том, что стоит за приходом в мир каждого человека, как родители вкладывают в нас частичку себя, питают лучшие надежды на наше будущее и верят в наше спасение. Какое счастье! Подарок Бога! Как мы назовем нашу дочь? Давай назовем ее Марией. Это имя означает надежду. Здесь в едином временном пространстве существуют герои Библии Иоаким и Анна и современный мальчик, оказавшийся на больничной койке. Но я не хочу назад. Мне тут очень хорошо. А что это за место? Это рай. Место для благочестивых людей, которые веровали в Бога и покаялись искренне. В постановке студии «Воскресенье» модельного дома культуры села Незнамово занято 15 начинающих актеров. У каждого свой взгляд на исполняемую роль. Спектакль о том, как мальчик каким-то чудесным образом спасся от неминуемой гибели. Ответа на вопрос, как нужно жить, чтобы вокруг тебя спаслись другие, Федор пока не нашел. Зато артисты, исполняющие в спектакле роли ангелов, знают, как важно милосердие. Нужно узнать про этого персонажа, каким он был, кем он являлся, и попробовать передать все то, что он передавал людям. Хотел бы показать и донести ясные, понятные мысли для зрителей, чтобы они прочувствовали и сопереживали этому герою. Характерной особенностью многих произведений, созданных для детей, является их адресованность взрослому зрителю, который способен оценить происходящее, исходя из своего опыта. Здесь глубокий, глубочайший смысл, что действительно, как нужно жить, да, для чего, и не нужно пугаться, что мы уйдем в тот мир иной. Соответственно, дети, наши дети, это уже понимают и по-другому думают. Эта студия нужна для тех, кто в ней занимается, чтобы привить им основы, такие как добродетели, также азы православия, уважение к старшим, любовь к родине. Через игру ребенок лучше понимает, как нужно дальше жить в жизни, узнает, что такое доброта. Самым важным зрителем для Дарьи является ее мама, которая с удовольствием следит за успехами дочери. На главную роль я хотела бы сыграть какую-нибудь в виде принцессы или королевы. А из библейских каких-то героев? Из библейских, наверное, Деву Марию. Пока в репертуаре театра «Воскресенье» всего 3 спектакля, но с каждым новым показом юные актеры укрепляются в своих силах. Все больше зрителей стремятся попасть на премьеру, а городские школы с успехом приглашают для показов на свои сцены. Николай Черных, Дмитрий Зиновьев, специально для телеканала «Союз» из Старого Оскола.